rain on them. Эй, стойте! Извините, но тот занят. Да, было занято. Нет, стойте! Вы что, кофту не видите? Он на минуту отошел. Жопу поднял, место потерял. Чувак, зачем сразу вычесть? Я же сказал, занято. Брат, ты что, серьезно нарываешься, брат? Отсюда только один выход, брат. На носилках в скорую, брат. Это был последний, брат? Если да, то я отвечу. Это типа шутка юмора? Да я, конечно, не... Чего шумим? Да так, ничего, я подумал, может, пересядем? Бери кофту и пойдем. Нет, никуда мы не пойдем. Послушай свою подружку. Накачал мышцы и думаешь, ты теперь крутой? А эти... Давай лучше уйдем, все в порядке. Никуда мы не уйдем. Он оскорбил тебя, и мы не уйдем, пока он не извинится. Да не надо, это лишнее. Что, тут проблемы? Нет. Да, нет. У нас большие проблемы. Твой друг сильно оскорбил моего друга, и мы ждем извинений. Боюсь, не дождетесь. И не надо. Оу, послушайте, ребята... Что-то, по-моему, мы завелись из-за пустяка, да? Сейчас я все исправлю. Давайте я закажу вам начос разных сортов. У них есть сырные. Полопаем вместе. Или нет, съедите сами. Да, все, пошли. Нет, мы никуда не уйдем, Ракета. Все кончится через минуту. Давайте вот как. Может, вы с подружкой извинитесь перед Риком, а потом подрочите друг другу на парковке. Это уже слишком велико. Да, ты прав, Си-Джей. Слишком много гомофобии, да еще и с такой агрессией. Вам надо проконсультироваться у хорошего специалиста. Но раз вы решили обострить ситуацию, обнажив в публичном месте огнестрельное оружие, я почти уверен, без лицензии, и угрожая жизням этих невинных людей, теперь я точно ни в коем случае не уйду дрочить кому угодно на парковке. Боюсь, мы никуда не уйдем. Чеши отсюда по-хорошему, брат. Стойте. Нас четверо, лысый. Считать умею. Ладно, пока не началось, я вам скажу кое-что важное обо мне. И что? Не люблю борзых. Пошли, Ракета. Господи, надеюсь, он католик.